зовут Скоба Кристина, мне 29 лет. И такая, как на советских плакатах, нормальная женщина. И всю жизнь я нормальная женщина, очень хочется быть стройной. И все никак не получается, потому что вот я как та птица, которая все знает, ни хрена не летает. Очень хочется системы. И Наташа Антоненко, которая победила в проекте, я ее знаю со школьных лет. Причем я всегда считала, что мы с ней примерно одинаково выглядим. Я всегда знала, что я толстая, всю жизнь я в своей голове очень толстая. И потому что у меня плохая генетика, конечно же. Вот у Наташи плохая генетика, и у меня плохая генетика. И я думала, что она никогда в жизни не похудеет. Ну, у нее же генетика, ну и я тоже, конечно, куда же. И потом, когда я увидела ее результат, я была просто в шоке. Результат я увидела. Если я сейчас что-нибудь там скажу, да нет, я подумаю, то это будет означать, что я просто ленивая морда, что я не хочу похудеть на самом деле. И год от года я просто отмазываюсь.